Всем привет! А Баба Вера, как всегда, с вами. Я с вами, а вы должны быть со мной. Кто не подписан, ребята, подписывайтесь на канал. А кто не может зайти на YouTube, на Яндекс.Дзен, выставляю параллельно эти же клипы, эти реакции. Так что можете туда заходить и смотреть. Я не хочу с вами прощаться, вы мои друзья. Так что я с вами и вы со мной. Это вот меня просил, у него ник такой, черепашка, вспомнила. Ромчик Постовалов, стоп-сигналы, попросил, посмотрите. Ну, Ромчик есть Ромчик. Ну, давайте посмотрим, а что не посмотреть. Так что, поехали. А что такое? А, вот. Что-нибудь интересует? Добрый вечер. Но вы же знаете, что меня интересует. Сегодня это кино или занята. Песня? Я всегда занята. Прямо как душевая в общежитии. Что? Да. Я говорю, вот это колечко какого размера, не подскажете? Вам точно не подойдет. А я, Наташенька, не для себя интересуюсь. Ограбление. Ух, красавицы, как я. Безответные гудки в моем телефоне, а ты смотришь в окно не моей машины. Мне в ответ как насмешка немым рингтоном, прочь тебя увозя прошуршали шины. Твой номер на наборе, все треки на миноре. Беги, Рома, беги! О, молодец! Пока ты листаешь ленту на красном светофоре. Светофоре. Стоп, такси! Включаешь стоп-сигналы. Стоп. Знаешь, запоздала. Но только Ромчик не тормозит на красный. Какие девочки! Твои очертания, мой ключ зажигания. Приближаюсь я на опасное расстояние. Куда мы так несемся? Так мы это, на свадьбу опаздываем. Понятно. А наклейка где? Какая наклейка? Ну инвалид же. Пока нет. Девочки, у вас все в порядке? Да-да, все хорошо. Ладно, езжайте. Поаккуратнее. Мчусь в потоке оживленном. Весь в тебя такой влюбленный. Я лечу, как ветер с моря. Пока ты рисуешь губы на красном светофоре. Стоп, включаешь стоп-сигналы. Стоп. Сигналишь, запоздала. Что-то тормози. Стоп. Сигналишь, ты напрасно. Стоп. Но только Ромчик не тормозит на красный. Если опять не скажешь стоп.
Включаешь стоп-сигналы. Стоп, стоп, стоп. Сигналишь запоздало. Стоп, стоп, стоп. Сигналишь ты напрасно. Я вам еще раз говорю, меня подставили. Знаете, сколько у нас у таксистов недоброжелателей? Знаете, то быстро ехали, то долго ждали, то не туда подъехали. Я это кольцо, между прочим, на полу нашел и сам принес. Мне вообще вознаграждение полагается. Сейчас следователь подойдет и расскажет про вознаграждение. Ромчик. Я требую бесплатного адвоката. Стоп! Прям драма. Бедный таксист, бедный Ромчик. Все прям такой сюжетик. Острый, острый. И любовь, и кража, и наказание, и все здесь. О, песню неплохо исполнил. Классно. Короче, мне понравилось. Надо же, после уральских пельменей, как пошел, петь начал, клипы снимает. Класс, ты смотри. Да и песня такая вот заводная. И он, между прочим, прав. У таксистов много недоброжелателей. Ну ты, Ромчик, не тормози на красный. Да и в жизни тоже так таксистов подставляют. Ой, сколько могу истории рассказать, это жуть. Так что не тормози на красный. Как мини-кино. Так что успехов Ромчику, и пусть не тормозит на красном. Правильно? Вперед и вперед и вперед. Как зеленая линия. И вам тоже успехов. И подписывайтесь на Папу Веру. Что я могу сказать? Ссылочка внизу под видео. Вы поняли. Яндекс.Дзен. Пока-пока. До новых встреч. Баба Вера. Баба Вера. Баба Вера. Баба Вера. Баба Вера. Баба Вера.